вот один из них, Никита Симонян. Стал играть, я думаю, что, наверное, когда только родился. Наша группа, Англия, Австрия, Бразилия, это была очень сильная группа. Пеле вышел впервые против нас. Ему, по-моему, не было еще и 18 лет. Но мы в этом году встречались, он мне сказал, что я ему нанес травму. Так что я бы сказал, Пеле, мы с тобой играли на одних позициях. Нет, ты пришел в нашу штрафную, в свою, и нанес мне травму. Я говорю, ну, значит, это история. Нанес травму самому Пеле. Мы попали в восьмерку лучших команд мира. Я мое мнение посетил, что это успех. Да, наверху Арсен, партийные органы считали, что это провал. Там рядом было озеро. Лев Яшин любил ловить рыбу. Поэтому, когда такое на озеро ходил, ловил. На удочке ловил рыбу. Насколько они будут подготовлены и физически, и тактически, колоссальное значение, как будет подготовлен психологически. Вы пойдете смотреть? Ну а как же? Конечно, пойду.